я уже больше 10 лет здесь работаю. И вот даже вот я теперь представляю, куда я делаю свое газ. У меня свое хозяйство большое. Куда я буду ее девать? Я не знаю. На открытой площадке вот сейчас холод, снег, сейчас. Потом жара начнет. Ёлка, молодой, мясо. И это невозможно. Мы здесь вот с холодильными установками, и то у нас к вечеру мясо уже черное становится. Я думаю, что администрация наша, конечно, поспешила. Надо было все-таки дать возможность нам доработать, пока нам подготовит место определенно, чтобы мы могли по-человечески стать и работать. Наше здание подходит под закон. Капитальное строение у нас. Они нас выгоняют на улицу торговать мясом. О чем они говорят? Как это будет выглядеть летом, солнце, как это будет все выглядеть зимой. И снег, и дождь. И вы представляете, если мясо намочить дождю, как оно будет выглядеть? Какой будет товар на вид и какие будут вкусовые качества? Это все нереально. Если уже вещи не подходят под федеральный закон, они не подходят уличной торговле, а